Предварительные итоги выборов подвели и представители единороссов. Сторонники партии со всего края сегодня собрались в Чистяковской роще. В митинге приняли участие больше 1000 человек в кепках и футболках с партийной символикой. Несмотря на то, что окончательные итоги прошедшего голосования подведут только в ближайшую пятницу, у участников митинга есть повод для радости. Согласно предварительным данным, партия лидирует со значительным отрывом. Не подвели и кандидаты по двум одномандатным округам – 46-му и 47-му. У Владимира Ивланова 51% голосов избирателей, у его коллеги по партии Дмитрия Ломейкина 53%. Претендент на кресло в российском парламенте по 46-му округу поблагодарил горожан за доверие, напомнил, что преследует главную цель – отстаивать интересы Краснодара на федеральном уровне, и заявил о своей высокой ответственности перед избирателями. Я хочу сказать огромное спасибо, и огромные планы сегодня передо мной с тем, чтобы выполнить все те обязательства, все те наказы, которые мне горожане давали на встречах. Более 90 встреч, более 15 тысяч человек, тех, которые в преддверии выборов говорили о тех проблемах, которые необходимо решать. Обещаний, безусловно, было дано много, но они все взвешены. И я думаю, что и сам лично, и коллеги мои, однопартийцы, которые избраны сегодня депутатами Государственной Думы, в единой команде будут решать все эти вопросы согласованно. Отмечу, что единороссы проанализировали не только расстановку сил среди кандидатов, но и составили средний портрет проголосовавших в поддержку партии. Каждый третий, отдавший ей предпочтение, это молодой человек в возрасте до 30 лет с активной гражданской позицией.